Играешь на провинции, еще не подписался на группу игроков, тогда скорее делай это. Розыгрыши, опросы, обсуждения, здесь вы можете открыто высказать свое мнение и узнать много различных секретиков. Это не реклама, рекомендация от меня лично. Ссылочка в описании. Приветушки, ребятушки, очень ситуация такая очень интересная, внезапная. Значит, есть один человечек, за голову которого дают уже 1,5 миллиона. До этого давали 400, потом 600, миллион. Сейчас, кто его убьет, получает 1,5 миллиона. Представляете, да? То есть какие-то бабки для игры на провинции. Так вот, его до сих пор никто не может убить. Посмотрите, сколько здесь машин. Посмотрите на это. И он здесь, да, он забаррикадировался, у него есть помощники, которые отстреливаются. И я хочу сейчас, собственно, пойти в защиту. То есть помогать ему защищать, да, так сказать, отстаивать его голову, если можно так сказать, конечно. И вот здесь огромная уже перестрелка идет, нужно сейчас главное пробежать сначала к ним. Я надеюсь, они меня не убьют, потому что я написал, что типа, я в защиту, ребята. Вот, кстати, тот мент может меня сейчас убить, но он пока не знает, он пока нет. Я сейчас быстренько пробую. Ой, да что за хрень, подождите, 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 ай, да ёб ты ж мать, а. Короче, хрен пройдешь, хрен пройдешь. В общем, вы должны понимать, что... Ну, 1,5 миллиона здесь просто так никому не достанутся. То есть вы сейчас видели, да, насколько там укреплена оборона. То есть пройти просто так обычному человеку, особенно не полицейскому, да, то есть это практически невозможно. То есть да, бомжи тоже хотят деньги, это понятно. Но какой бомж пройдет через такое укрепление и руками сможет добить, значит, этого чувака? Да никто. Поэтому приоритет сейчас, в данный момент, только у полицейских. Все. Это понятно, в принципе, да? И сейчас будем пробовать защищать, потому что я думаю, что им нужны все равно силы. Все-таки 1,5 миллиона я тоже как бы не отдал бы просто так простым каким-то людишкам, да, которые, так сказать, не попотели за них. Поэтому, естественно, естественно, я сейчас буду помогать. Но если, опять же, я зайду, потому что я сейчас только что заходил и увидели, чем это закончилось. Трагедии, но я постараюсь, потому что я вроде сказал им, что я в защиту, все, не надо меня убивать, но не знаю, услышали меня или нет. Так, пожалуйста, только не забомбите меня. О, полицейские вышли. Пока полицейские не знают, что я как бы за их сторону, поэтому они меня не стреляют. Но сейчас... Тихо-тихо-тихо-тихо! Господи. Тихо-тихо-тихо-тихо, блин, знаете, как страшно просто. Спокойно, спокойно, свои, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Эй, эй, о, снайпера, смотрите, снайпера сидят. Свои, тихо. Пукалку можно, сейчас спросим, сейчас попробуем защищать. Будем здесь сидеть, защищаться. Естественно, опа, менты, подождите, откуда он вообще прилетел? Не понял я, странно. Так, отлично, у нас есть гранатки. Все, теперь мы будем защищаться гранатками. Так, надо какую-нибудь позицию нам выбрать хорошую. Так, пушечка тоже есть, хорошо. Вот, как раз таки мы, наверное, должны защищать. Получается, вход. Ой, тихо. Посмотрите-ка, а? Снайпер, это кто такой хороший там? Ну, бля, ты посмотри-ка. Надо как-то вот так вот, смотрите, может перекидывать? Главное, это как-то их удачно кидать, что ли. Я так давно не кидал гранаты в GTA-шке. Это ж, я же на демо-серверах сколько не было времени-то. Ох, во, по-моему, идеально, по-моему, я попадаю идеально, нет? Ну-ка, давайте-ка, опа, вот, опа, тихо, ой, тихо, стрель, это наш, не наш? По-моему, это не наш был. Стоять, сучка. Тихо, отличненько, только что я постарался. Опа. Давай, проходите. Проходите, заходите, пробуйте. Ни хрена себе, есть еще один. Еще один минус, кто там ныкался, извини, чувак, но ты сам виноват. Нечего там ныкаться, сидеть. Все-таки 1,5 ляма, как ни крути. Еще одного, отлично. Просто так не дадим, да. Надеюсь, у вас там боеприпасов хватает. Не знаю, на самом деле, как там система боеприпасов полицейских, да? Но думаю... Думаю, им хватит. Вот так вот раз. И все, и хрен пройдешь. То есть я, короче, периодически буду кидать гранаты. И получается, все равно кого-то цеплять будем, в крайнем случае, да? Кто будет пытаться зайти. Отлично! Минус 4.
Уже минус 4. Круто. Вот видите, они подходят, но им нужно просто влететь сюда, понимаете? По сути, перестрелка ничем хорошим не закончится. Пытаться стреляться, сидя там, да, это тоже как-то глупо. Сейчас нужно... Ой, я его не взорву. Ой-ой-ой, отлично. Значит, смотри, сейчас, получается, им нужно просто влететь сюда. Просто лететь, вот таким вот образом просто забежать, найти ник Black, как там у него ник, в общем... Найти ник того, за кого голову, за голову которого дают, значит, 1,5 миллиона, и стрелять. Все. Все, 1,5 ляма забрал. Так, у нас там все живы, нет? Вон, смотрите, тоже оборонитесь. Вот они вот, ну-ка, прицелятся. Во, бегают там, ну-ка. Ой. Так. Аккуратненько. Давайте-ка к ним подойдем поближе сейчас. Опа! Нифига себе, там тут стреляйте! Ну стреляйте же, ёпта! Фух. Ну я его почти все хп снял. Кстати, у него были шансы, но у него не было оружия. Ой, тихо. Опа! Есть! Минус 5. Ольга хотела 1,5 ляма получить. Но, Олечка, у тебя не вышло, уж прости. Как-нибудь другой раз, Олечка. Не сегодня. Во-во-во-во, ползает. Опа. Ой, слушай, я так сейчас свой... Ох ты, как я попал. Ой, простите. Я убил своего. Сори. Слушайте, не знаю, здесь можно залезть или нет? Мне кажется, тут можно залезть, и этим можно воспользоваться. Вообще, мне кажется, можно снизу стрелять. Я не знаю, почему здесь никого нету, но полицейские почему-то ломятся вверх. Хотя вполне можно... О, смотрите-ка. Отсюда залезть можно, я не знаю, что они тупят. Смотрите. Сзади можно просто обойти, залезть. Так, полицейские, вы что творите? Обошли сзади, спокойненько. И все. Понимаете, что это такое вообще? Где полицейские, непонятно. Так, пули свистят, как на поле битвы. Анька там со всеми расправляется, просто по-царски, до сих пор живая. Ух, нифига себе, сколько уже тут народу. Тихо, что за... Подожди, я не при делах, Алёша, тихо. А чё, где? Я не могу найти того чувака, за которого дают бабки-то. Во-во-во, давай. О, расправилась, молодец. Еще один. И насрать, смотрите. Просто расправляясь со всеми. Кто к ней даже подходит. Вы все? Я не знаю. Я не знаю, я не пойму. Она стреляет по всем, но я не могу понять, что, где. Он вышел. Тихо. Все. Каким-то образом... Ему удалось выйти отсюда, его все там ищут. А он раз и просто слинял. Он воспользовался хитрым планом таким вот. Все думают, что он... Я не знаю, как его можно было вообще не заметить. Без понятия. Освети меня. Блин, окей, хорошо, давайте. Освещу. Я тебя не буду, я просто перекрещу. Я думаю, этого тебе будет достаточно. Никита Тазиков, да? Вот. И ты не будешь плакать. Отлично, хорошо. Не за что. $500, 500 рублей заработал. Отлично, мне тоже. Тебе тоже спасибо большое, конечно же. И есть. Я не знаю как. Мне было бы интересно, конечно, это посмотреть, но я, к сожалению, пропустил этот момент. И Александр Новарский каким-то образом убивает Блэкбута. Каким-то образом. Круто, вот так вот невзначай получить 1,5 ляма. Поздравляю тебя, Александр Наварский, молодец. Но, скорее всего, как раз-таки это не был не хитрый ход, да, выход отсюда, а, наверное, ошибка, потому что после выхода как раз-таки его и кокнули. А может быть, на самом деле он там спрятался, я не знаю, как его убили, я не видел. Но все равно, в любом случае, я тебя поздравляю. Это вот было... типа такого рода мероприятие.
Но за такие бабки я считаю, что все справедливо. То, что одна сторона с оружием, другая менее, потому что полицейский тоже с оружием, а гражданский без. Ну и, скорее всего, его убил полицейский наверняка. Да, в принципе, как и предполагал я, Александр Наварский полицейский. И молодец, 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 большой молодец. Получил свои заслуженные деньги и сразу же, посмотрите, сразу же пошел покупать себе тачку. Нет, ну понятное дело, вот так вот раз свалились, квартира, видимо, у него уже есть. Давайте, может, поглядим, что же у нас купит на 1,5 миллиона. Ну, у него, наверное, еще было, да, что-то. Что же купит у нас игрок? Мне очень интересно, например, посмотреть. Мне кажется, он купит то, о чем он очень-очень долго мечтал, всю жизнь свою. Мне кажется, с рождения, когда еще только-только провинция зарождалась, я не знаю, когда это назад-то было, правда, когда первый забор только появился на провинции, вот этот человек уже мечтал, что у него будет то, что он купит сейчас, вот буквально через «Лада Веста». Отличненько, «Лада Веста», хотя он мог чуть подороже, конечно, купить, да? Но, видимо, он хотел эту машину, и, скорее всего, он хотел ее, потому что она просто нереально быстрая. Посмотрите, как она гонит. Посмотрите, как она гонит. Ее скорость 205 км в час. 205! Она к Ламборджини гонит на сегодняшний день. Хотя говорят, что Ламборджини... Отлично. Отлично. Полицейский сбил гражданина. Да, ну, бывает... Опа, развернулся. Так, он, наверное, хочет спросить, как у него дела. Отлично, представляете? Какой полицейский хочет спросить... Понятно, понятно, показалось, сори, показалось. Но вот еще один на дороге, ну, в принципе, бомжи на дороге, это не удивление, вы сами понимаете. Ну, а то, что полицейские сбивают, это тоже бывает, наверное, да? Что ж теперь поделаешь? В общем, еще раз поздравляю Александра Наварски с выигрышем, молодец, красавчик. И хочу пожелать всем успехов, до новой серички, надеюсь, серички будут теперь крутыми. Не нужно там говорить, что вот ты администратор. Я не администратор, я просто никчемный хелпер. Я просто помогаю отвечать на ваши вопросики. Вот так вот. И все.